человек, который безусловно, матерый талантище, во-первых. Во-вторых, это человек неуспокоенной души. Его не удовлетворяют рамки просто творческой мастерской или границы города Красноярска. Его охват значительно шире. Он считает, что творчество, оно должно быть ближе всем, без исключения. И тем, кто, может быть, еще даже и не созрел до того, чтобы пойти на выставку посмотреть работы. Ряд проектов, которые он успевает осуществлять между своими творческими порывами, это охват огромной территории нашей страны с выставками, которые Георгий Васильевич делает, и выставки, которые несут не только художественно-эстетическую направленность, а еще и воспитательную, а еще и какое-то отношение человеческой совести к тому, что происходит в нашей нынешней истории. Конечно, это говорит о таком, о высоком гражданском уровне долга человека и художника перед обществом и своей ответственности перед тем, что он несет нам, простым обычным зрителям. И каждая выставка Георгия Васильевича — это не просто маленький своеобразный отчет, а это как бы такое открытие души. И я знаю, что бесконечное количество друзей, на которых у него хватает время, которых он постоянно в своей мастерской встречает, постоянно есть темы для разговоров. Я знаю, что Георгий Васильевич огромное количество идей, невоплощенных пока еще, лелеет к тому, чтобы успеть сделать. Причем разброс вот направлений творчества от воинов-афганцев, от ветеранов боевых действий до слепых детей-инвалидов, которые тоже нуждаются в красоте, которые не могут ее увидеть глазами, но они могут ее ощутить от прикосновения к специально созданным по специальной методике картинам, которые Георгий Васильевич тоже успел сделать. И, конечно, поражает вот такой огромный размах и такая широта, но я думаю, что это под силу только человеку большого, настоящего, доброго сердца. И хочется в первую очередь поздравить Георгия Васильевича. Каждый день его вижу и не устаю удивляться. Казалось бы, миллион дел. И кроме этого, вот он просто взял и успел освежить стены к открытию своей выставки. Мы не успеваем все, а вот он успевает. Я думаю, что, конечно, таких людей не так много, но они обязательно должны быть, и мы обязательно должны говорить им добрые слова, потому что это все только по настоящим заслугам. Хочется поздравить с очередным небольшим юбилеем Георгия Васильевича, пожелать еще большей творческой активности, потому что страна огромная, не все еще регионы нашей страны живут вот на таком едином творческом дыхании, как наш Красноярский край. И подарить ему альбом, все, что в сердце, больше ничего подарить не можем. Георгий Васильевич, тут есть и ваша страничка. Поздравляю. Спасибо. Я знаю, что министр культуры очень хотел прийти на открытие выставки. Они давнишние добрые друзья. Да. Они делали совместно много интересных творческих проектов, затей и выставок. Конечно, Геннадий Леонидович хотел прийти, но он в отъезде. Елена Галактионовна Пазникова, первый заместитель министра культуры Красноярского края. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Григорий Васильевич, уважаемые коллеги, действительно еще с юбилеем, конечно, рановато поздравлять, потому что еще только 5 октября день рождения, поэтому все еще можно быть молодым. Вот. Ну, то есть не молодым, а моложе, потому что и там тоже все не так много. Но вместе с тем сегодня открывается юбилейная выставка, какой-то определенный этап. Вот вы поделились со мной вот только что здесь собраны работы различных этапов. И действительно, когда проходишь по всей выставке, сразу чувствуется, что
Они из разных эпох, но они как-то по-новому сегодня звучат. И, честно говоря, по многим какая-то даже ностальгия возникает, потому что, может быть, отчасти от того, что сегодня уже не так пишут. Есть то, что все-таки было создано и собрано именно в прошлом веке и заложено теми мастерами, которые вас учили и которых и вы обучаете. А в биографии Георгия Васильевича мне интересен факт еще, что в 75-м году власть пошла навстречу, и с тех пор Георгий Васильевич там преподавал и передавал все, что он, чему научился сам, и чему он учил детей. Конечно, когда спрашивают вас, и видно по работам, что одна из ваших любимых тем – это военная, и сегодня часть этих работ мы видим, и действительно некоторые посвящены Великой Отечественной войне, а некоторые вот уже совсем поздней войне. Но вместе с тем, конечно, она очень разная выставка, и видно, насколько цвет и многое значение играет в ваших работах. Вот очень красивые, совершенно замечательные тувинские работы, дудинские, которые вот там размещены. Просто я хочу сказать вам, да, еще хочу сказать и отметить еще важную вещь. Георгий Васильевич очень легок на подъем, это правильно говорил сейчас Сергей Евгеньевич, потому что почему-то сегодня молодые художники не так легки просто сорваться, я не знаю, тут же поехать в другой город, собрать работы, сделать там выставку, причем сделать ее самому, создать эту экспозицию, и практически при совершенно минимальных ресурсах, то есть, наверное, я не знаю, это вот такая миссия художественная, да, человека зовет для общения с посетителем, с теми, кто придет. Главное, что есть что сказать и хочется сказать. И вот за это я, конечно, хочу вам сказать особенную благодарность, Георгий Васильевич. Ну, а для тех, кто не знает, это почетный работник культуры Красноярского края. В прошлом году присвоено звание «Заслуженный художник России». То есть, в общем-то, власть отметила, на уровне президента отметила Георгия Васильевича. Ну, а пожелать, наверное, нужно еще большего рвения в работе, чтобы, и обучить молодых, и самому еще успеть все сказать на этом свете. Долгих лет вам жизни, поздравляем вас с выставкой, и будьте молодым всегда, такой же, как сейчас. Спасибо. Георгий Васильевич, как человек высокоорганизованный, сказал, ты только скажи вначале два слова, а дальше я возьму сам. Нет, мы вместе. Вместе. Хорошо. Я знаю, что пришел Алексей Васильевич Машевский, полковник запаса, или в отставке, правильно называют. На боевые действия. Уважаемые земляки, дорогие друзья, Георгий Васильевич. Мне, наверное, как одному из людей, красноярцу, любящему отчизну, защищающему его, наверное, представляю те интересы тех людей, которые сегодня, наверное, прожили нелегкую жизнь в нашем, так сказать, государстве. Наверное, уже последователи уже наших ветеранов Отечественной войны. Но, конечно, мне хотелось бы сегодня выразить искреннюю благодарность от имени правления Всероссийской организации ветеранов боевых действий, от имени Виталия Борисовича Турбина, генерал-лейтенанта внутренней службы, который возглавлял председатель правления Всероссийской организации ассоциации, бывшего замминистра СССР, ветерана Афганистана, от всего правления, вот я 29-го летаю направление в Москву, и мы уже готовы были к этой встрече, поскольку готовились, помимо того, что ваша тематика, я уже буду говорить о живописи, эти красоты Красноярского края, красоты земли, это настоящий патриотизм. А если говорить еще о дальнейшем вашем, так сказать, вашей работе, и в картинах, и в жизни, это продолжение не только творчества как писателя, художника, а вообще как настоящего патриота, человека-организатора, человека, тут уже было сказано, что моторного, который сегодня двигается сам вперед и двигает молодежь и всех тех, которые сегодня, наверное, любят родину, любят Красноярский край, любят родителей и все. Вот этот патриотизм, он в вашем и творчестве, и в вашей повседневной жизнедеятельности. Вы один из первых, так сказать, организаторов в числе Гражданской ассамблеи, это являетесь при создании Общественной палаты ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского края. Вы являетесь членом ассоциации нашей, так сказать, и почетным человеком этой организации. Наверное,
это не просто так, это слова, и просто в этих рядах вы находитесь, а вы, потому что человек признанный своей душой, сердцем, теми переживаниями за нашу Россию, за нашу судьбу, за судьбу детей наших. И передаете то самое ценное, наше богатство, это память, память о том, что история нашего государства. И решите мне правление, ну, хотелось бы еще сказать, Георгий Васильевич, ну, правда, пробег, если говорит, тут еще товарищи скажут, но мы, вот, я являюсь руководителем, наверное, читали в газетах автопробега, он автором этого автопробега до Кызыла. Мы это Красноярск, Абакан, Кызыл. Которая, наверное, показала еще раз одни качества и тот бесценный опыт в организации этой работы по всей России, даже за пределами России. У него это, ну, вот это был и, так сказать, он посвящен и 20-летию со дня образования ассоциации, ну, практически ровесники. Этот Вымпел, вот наш, как мы ездили, Вымпел участник автопробега, здесь все написано. Здоровье и память, это такой. Конечно, вот эти, он, ему некогда было, наверное, вот это, то, что в печати, они все не видели. И, конечно, самое главное, сегодня от, по поручению правления Всероссийской организации вручить ему общественную награду, одну из высших наград Всероссийской организации. Он награжден уже в прошлом году медалью за мужество, гуманизм, за свои деяния, особенно по патриотическому воспитанию молодежи. Патриотизм свой, за качество свои, за участие во всех мероприятиях ассоциации, медалью за мужество гуманизм. За это, можно сказать, сегодня вручается ему орден за мужество и гуманизм второй степени. Он человек скромный, я ему вот здесь это лошкарный знак ордена, а это орден. Я сюда приехал. Нет, орден. Я и лошкарный этот, хоть задержу вас. Это такое бывает, не каждый день. Да. Вот так вот. Ну, орденоносец. Заслуженно. Носится на правой стороне груди, поскольку нет ложинской. Как орден Красной Звезды. Теперь будешь за первую степень бороться. Зарабатывать. Но буду стараться, что же. Я вот пока сюда вообще не хочу. Вот это, подписано было отчетное удостоверение. Орденская книжка. Вот она. А вот этот диплом еще дается. Диплом за доблесть, честь и благородство, высокий профессионализм, поддержку ветеранского движения и верность Отечеству. Кузаков Георгий Васильевич награждается орденом второй степени за мужество и гуманизм. Генерал-лейтенант, председатель отправления Турбин Виталий Борисович. Дай Бог еще инициативу вашей здоровья, памяти, защитных людей, достойного работы. Дай Бог вам здоровья и ну, с наступающим. Служу России, Красноярскому краю. А теперь я снова хочу предоставить Зинуру Миналиеву. Можно паузу музыкальную сделать? Лауреат международных конкурсов авторской песни и патриотической. И лечу я на красивом самолете, заказав себе шампанского в полете, улыбаясь толстым дедечкам и тетям. Я лечу без автомата и гранат, стюардесс с добрым именем Наташа все на свете мне расскажет и покажет. Действительно, красивая дата есть теперь в вашем жизненном календаре. Вернее, будет, мы навстречу к ней идем. И эта выставка, как говорится, как раз подтверждает. Мне очень понравилась та информация, которая сейчас есть в интернете. Больше всего зацепила фраза. Он очень памятник воинам, погибшим и в Афганистане, и в Чечне, во всех этих локальных точках. И, наверное, это правильно, когда мы можем своим добрым словом, замечательные песни и, конечно, полотнами художественными запечатлеть то, что называется жизнь. И, наверное, только художнику дано вот
понять и правильно, если так можно выразиться, точно, откровенно передать то, что чувствует ваша душа, и что позволяет и нам взглянуть по-другому на жизнь. Я передаю эти цветы, надеюсь, мы угадали ваш характер, от всех работников отрасли культуры города Красноярска. Спасибо. И, да, поддерживаю. Искренне рада видеть наших гостей из ближайших территорий, в частности, города Нагорска. Культура все понимает, все знает, умеет объединяться. И самое главное, мы действительно с вами правильно сказал Сергей Евгеньевич, в одной связке. И неважно, тут какие целевые группы, какие ветви власти, боже упаси, это все где-то там в протоколе. Спасибо, буду стараться. Так, смелых нет больше? Зинур, доставай гитару. Сейчас пока народ созреет. Если все высказались, то мы как бы сейчас это заворачиваем официально и начнем петь песни. 31, 22, 28, а за 30 ником ранняя ось. Ранние сумерки, поздняя блажь, время вхождения в раж. Время надежды, время удачи. Эх, наливачу, эх, на бардачу, а за грешу не погаюсь. 31, 32, 36, разве я был, я теперь только есть. Жить белым по-черному жить, матом изысканным нервы наружу. Все потеряю, все обнаружу, все играюсь, а не смогу. Не раскаюсь. 41, в бреде серебро, без раннем детстве попавший в ребро. Ранняя осень, ранние сумерки, поздняя блажь. Время вхождения в раж. Время вхождения в раж. Время. Красноярского края, многим жителям города Красноярска, города Дивногорска. Ну, немножко еще покурались, может быть, за пределами и не только края и России. Здоровье есть, друзья есть, ну, в принципе, все есть. Ой, и это тоже есть. Вот, так что все нормально. И все, все получится. Я никого не хотел удивлять, не стал я брать там картины из музеев, там доставать там и такое. Ну вот то, что есть, наскреб мастерскую, ну не все вошло, но бог с ним, Дивногорск чуть будет шире, будет чуть больше, интереснее, может быть, ну по-другому она будет выглядеть все равно. Вот. А так я просто рад. Я хотел сделать праздник не для себя, а для всех, кто пришел сегодня. И вот эти 3 недели я вот мечтаю, что будут школы, там будут учебное заведение, будут ветераны приходить, и труда, и не только. Вот, я буду проводить встречи, там, экскурсии, то есть это не проблема. Просто у меня, я хочу нанести ущерб небольшой нашей любимой организации, Союз города, чтобы на 0,02 ступеньки выставочный зал стали тоньше.
Вот пока работает эта выставка. Так, приходите, вот мы сейчас выставку в день открытия обычно не смотрят, ее надо приходить потом, это будет камерная более обстановка, ее все посмотреть. Тогда приходите с друзьями, с семьями, со всем подъездом, со всем кварталом, да, и, пожалуйста, я рад поделиться. То, что смог, показал, то, что хотел, получилось. Практически классика жанра. Хороший дом, хорошая жена. Что еще надо, чтобы встретить старость? А ответ был за державу обидно. Это вот относится к Георгию Васильевичу. Можно поздравлять непосредственно автора.